Лечебное дело, юриспруденция, экономика и менеджмент, математика, информационные технологии. Эти направления с года в год пользуются популярностью у абитуриентов в Ульяновском государственном университете. Чтобы попасть на одну из вышеперечисленных специальностей, будущему студенту необходимо пройти конкурсный отбор. Чем выше баллы за экзамены, тем больше шанс пройти на бюджет. В этом году в Улгу количество бюджетных мест увеличилось до 1742. И хороший конкурс у нас получился в этом году на новую специальность. Это прикладная информатика с иностранным языком. Эту специальность открыли у нас в Институте международных отношений. И уже 2,5 человека на место есть. Еще у нас есть новая специальность – это судебная и прокурорская деятельность на юридическом факультете. Там только платные места. Но там уже, сказать, заявлений столько, что уже мы план приема, можно сказать, выполнили. Вниманием выпускников с недавнего времени пользуются и точные науки – математика, физика, информатика и связанные с ними профессии. Если еще несколько лет назад поступающие не проявляли интереса к технической сфере, то теперь ситуация изменилась. Сейчас российский рынок труда нуждается именно в технических специалистах, особо популярна сфера IT. Вот все наши инженерные направления пользуются популярностью, так как, закончив политех, можно успешно трудоустроиться и построить в дальнейшем свою успешную карьеру. Конечно, в первую очередь ФИСТ, на строительном факультете дизайн фактурной среды, но остальные тоже не отстают. Отдельно можно сказать, что на самолет в строительном факультете тоже его направление после их обновления вызывают интерес у абитуриентов, и мы планируем, что там тоже будет конкурс. Список популярных направлений обусловлен не только предпочтениями абитуриентов, но и количеством бюджетных мест. На приоритетные в промышленности направления в техническом университете выделяется с каждым годом все больше мест. В этом году в ЛГТУ только на IT и смежные специальности, такие как радиотехника, прикладная математика и приборостроение, выделено почти 400 бюджетных мест. При этом ежегодно не остаются без внимания творческие и гуманитарные направления. Мои друзья, все, кого я знаю, подают на юридический. Им это очень интересно, все рвутся именно туда. Для меня лично хотелось бы, чтобы в приоритете все-таки выдвигалось немного творчества. Потому что у нас достаточно хороший город, где есть замечательный театр. И мне хотелось, чтобы развивалась именно эта сфера. Я подаю документы на социальную работу, то есть специальность. Вот почему. Хочу быть социальным работником, общаться с людьми. Количество внебюджетных мест определяют сами вузы. Возможность поступить в этом году есть у каждого. Документы на поступление в высшее учебное заведение региона принимаются как в очном, так и дистанционном формате. Подать заявление на программу бакалавриат, специалитет по результатам ЕГЭ в ЛГТУ и УЛГУ абитуриенты могут до 25 июля. Алина Тихонова, Даниил Сурков, Улправда ТВ.